Башкана Гагаузии призывают к покаянию. Сегодня независимый депутат Народного собрания Иван Бургуджи, который предложил на прошлой неделе инициировать импичмент главы автономии, разъяснил, что если Михаил Формузал исправит все ошибки до отставки, дело не дойдет. 12 марта Иван Бургуджи выступил с обвинительной речью перед депутатами Народного собрания. Он предъявил к Башкану ряд претензий. От нарушения процедурных вопросов, как, например, в случае назначения главы УВД, до превышения полномочий, как в деле распределения топлива и зерна из резервного фонда. Я не говорю, что он украл его, но я говорю, что он превысил свои служебные полномочия. Раз. Не исполнял должным образом свои служебные полномочия. Два. Иван Бургуджи затрудняется сказать, как долго будет работать созданная голосами 25 депутатов Народного собрания комиссия по импичменту. По его словам, если Башкан покается, вернется в правовое поле и в будущем будет придерживаться его рамок, до отставки дело может и не дойти. Он на самом деле посчитал, что Гагаузия – это его личная вотчина. Он может делать все, что угодно дома, в подвале у себя, в комнате и так далее. Но Гагаузия, он не может так делать, он не хан. Если Михаил Формузал не выполнит требования депутатов и не изменит документы, вызвавшие недовольство местных народных избранников, процедура импичмента будет запущена. За вотум недоверия главе автономии должны проголосовать 24 из 35 депутатов НСГ. После этого вопрос выносится на референдум. Михаил Формузал может лишиться своей должности, если на участке придет не менее половины избирателей и 50% плюс один голос проголосуют за его отставку. Иван Бургуджи говорит, что есть и менее затратный, нежели проведение плебисцита, способ. Если 24 человека проголосуют за импичмент Башкану, то у нас есть уникальный случай отменить постановление, а незаконное постановление 2010 года о назначении выборов, что нам дает право делать статья 63, часть 2 уложения Гагаузии, и назначить новые выборы. Михаил Формузал заявил для нашего канала несколько дней назад, что не раз слышал угрозы об импичменте. И они его не пугают. Он считает, что шум вокруг его имени связан с его политической деятельностью. И я знаю, почему они это делают. Это способ давления на меня, чтобы я отказался от своих намерений относительно реализации проекта партии региона, участия в избирательной кампании в парламент Республики Молдова. Пока неизвестно, станет ли Михаил Формузал выполнять требования народных избранников, но с обвинениями он не согласен. Иван Бургуджи получил от него письмо, в котором Башкан требует, чтобы депутат извинился за свои обвинения.